Регулярно сотрудники электросетевой компании приходят к абонентам, чтобы проверить показания счетчиков энергоучета. А если, как в этом случае, жильцов нет дома, то оставленное уведомление позволит им вовремя оплатить электроэнергию и не попасть в список должников. Но есть и те, кто отказываются открывать дверь даже после заблаговременных объявлений о предстоящей проверке и предъявлении удостоверения сотрудников МАЭСКО. Если абонент не открывает нам дверь, мы его предупреждаем о том, что согласно договору, заключенному с энергосбытом, доступ к прибору учета он обязан предоставить сотрудникам. Подобная проверка показаний направлена не только на выявление неучтенного потребления электроэнергии, также сотрудниками проверяется срок эксплуатации прибора учета. Мы всегда предупреждаем абонентов о том, что вам необходимо заменить счетчик, потому что установленная мощность – это намного дороже, чем потребление по счетчику. Замена счетчиков осуществляется за счет собственников жилья. Есть несколько вариантов, какие компании могут счетчики заменить. Московская областная энергосетевая, энергосбыт или другая организация, которую выберут жители. Но и в этом случае после установки прибора необходимо пригласить сотрудников МАЭСК. После замены, скажем так, не нашими сотрудниками, наш сотрудник приходит, проверяет правильность подключения, соответствие счетчика стандартам, пломбирует его и передает документы в энергосбыт. Приборы учета могут быть установлены внутри дома или на улице. В этом случае специалист может снять показания даже без жильцов и сразу занести всю необходимую информацию в базу данных. Развивается интеллектуальная система, когда показания счетчиков можно получить дистанционно. Дарья Ленская, Денис Корнев. Информационная программа «День».